Я, знаете, заядлый космонавт. Я проводник за рамки временного мира. Не важен был любовнице ландшафта и навыки прожженного факира. Я стартовал в полеты столько раз, что жизнь без тяги отбирает силы. Но из-за магии небесных глаз мой шаттл заправлен так, что затрусило. Я предвкушаю мысленно полет, как навигатор нас направит точно к солнцу. Но солнце нам сердца не обожжет, а лишь согреет мощностью эмоций. Летя по Млечному пути, только вдвоем, не замечая временного плена, все пережитые моменты превзойдем, заговорив на языке родной вселенной. Наша космически осознанная связь поднимет уровень доверия на лицах. И, возвратившись в мир, не торопясь, мы сможем в наших жизнях сохраниться. Я совершал свои полеты много раз, меняя спутниц, способы, каноны. Только теперь я покорен загадкой глаз. Все тот же космонавт, только влюбленный. Спасибо.